Приветствую всех. Меня зовут Валентина Ковальчук, я заведующая лабораторией клиники Медокс. Наша клиника очень стремительно развивается, и в конце 2018 года стал вопрос об открытии лабораторного отделения нашей клиники. И, естественно, куда наш пал взор, это на оборудование. Чтобы это было качественное оборудование, чтобы была умеренная цена, качественные анализы, сервисное обслуживание на высоте. Естественно, выбирая среди множества различных фирм, наш взор упал на компанию Mindray и его прямого представителя, это компания Химлабор Реактив. Компания предложила очень выгодные условия, очень гибкие условия возможности приобретения анализаторов, поэтому у нас получилась возможность взять несколько анализаторов, которыми мы сейчас пользуемся. Это полностью автоматы и полуавтоматы. Вот передо мной стоит гематологический анализатор BS5155DIF. То есть он практически, скажем так, облегчает работу врача в подсчете формулы. Очень быстрый, очень экономичный, очень мощный. Анализы выдаются буквально до минуты. Пропускная способность больше 100 тестов в час. Ну, потребности нашей лаборатории он покрывает полностью. Мы очень довольны. Я вам хочу представить, это наш полностью автоматический биохимический анализатор BS240. Я думаю, те врачи-лаборанты, которые работали на полуавтоматах или на менее мощных анализаторах, сразу почувствуют разницу, насколько это быстро, насколько просто и насколько приятно работать с таким анализатором. Здесь полностью закрытая система. В барабане встроен сканер штрих-кода, полностью все пробы пациента сканируются, то есть, ну, человеческий фактор исключается, ну, скажем так, нивелируется практически до 100%. То есть можно поставить пробу, отсканировать ее в системе, и автоматически все запрограммированные результаты просто пойдут в историю болезни пациента, который к нам приходит. Врача-лаборанта работа остается только завалидировать результат. Проработать с этим анализатором – одно удовольствие. Контроли, калибраторы работают четко, реагенты на борту стабильны до месяца. Наша лаборатория принимала участие в всеукраинском контроле качества. И наши результаты в первом и втором раунде достигали 94% и 100%. Ну, я думаю, вы сами понимаете, что это достаточно высокие результаты, и они говорят сами за себя. Ну, это, скажем так, изюминка нашей лаборатории. Я думаю, что даже не все крупные лаборатории могут похвастаться наличием иммунохемолюминесцентного анализатора. Несмотря на его такие угрожающие размеры, он очень прост в программировании, очень прост в использовании, покрывает практически все потребности в онкомаркерах, в гормональных исследованиях. Плюс, естественно, вот сейчас актуальная тема COVID. Вот на ИХЛА можно сделать анализы иммуноглобулины М и G на COVID-19. По себестоимости они абсолютно одинаковые с ИФА-анализаторами, поэтому, ну, а точность, естественно, намного выше. Здесь мы тоже участвуем в международном контроле качества ЭКВАС. Результаты мы будем знать только вот в конце 2020 года, но уже по предварительным данным мы видим, что в принципе мы по точности результатов приближаемся к 100% по тем исследованиям, по 17 аналитам, которые мы подали. Поэтому ну, даже вот сказать, что это замечательный анализатор, наверное, ничего не сказать. Это действительно просто круто. Это очень круто и очень приятно работать на таком оборудовании, когда ты можешь загрузить пациентов, загрузить, поставить пробы и не думать о том, что нужно переставить, что нужно доставить, как работу скоординировать. То есть ты запрограммировал, все анализы у тебя в истории пациента, тебе только завалидировать и, в принципе, больше ничего. Работать с такими анализаторами – одно удовольствие. Еще хотелось бы отметить очень важную деталь.
что за период интенсивной эксплуатации всех анализаторов, это практически уже 2 года, у нас были только плановые сервисные обслуживания, то есть каких-то вот неурядиц и неполадок за это время, ну, действительно не было, и это очень надежные аппараты.